Теперь мне никак не выбраться из этого гаража. Мороженщик не дурак, и в этот раз он наверняка предусмотрел все возможные способы моего побега. Все пропало. Теперь из моей бабушки сделают мороженое. Мороженщик сделает всех детей толстяками, а я так и не смогу им помочь, заперты в этом гараже. Это конец. Как это? Неужели у меня такой мощный богатырский удар, что я одним ударом вышиб дверь? По-видимому, мороженщик, задумавшись, забыл запереть ее. Значит, не все еще потеряно. Я сейчас же отправлюсь в цирк, а там уже разберусь, что мне делать дальше. Как жаль, что я не нашел самокат мороженщика. Боюсь, что пешком я могу не успеть до начала представления в цирке. Бабушки! Ой, мамочки! Это же волки! Нужно бежать! Ух! Ну вот я и на месте. Еле ноги унес. Зато скорее добрался. И для здоровья полезно побегать. Эй, мальчик, ты на представление пришел? Рано еще. Здравствуйте, я пришел предупредить людей об опасности. Рассказывай, в чем дело? Мороженщик Рот и клоун Пеннивайз задумали гнусное преступление против малышей. Нужно отменить представление. Что за вздор? Я знаю мороженщика Рода уже давно. Он добрый и любит детей. Его мечта – это бесплатное мороженое для всех желающих. А Пеннивайз – веселый клоун, который приносит радость людям. Запомни, парень, клоуны не могут быть плохими. Мне кажется, я догадываюсь, в чем тут дело. У тебя нет денег, чтобы купить себе мороженое и билет в цирк. Вот ты и злишься на них. А чтобы и другие дети не смогли этому порадоваться, ты решил сорвать представление. Но я на то тут и охранник, чтобы следить за порядком. Так что уходи-ка ты отсюда поскорее. Эй, бродяга, а ну уходи отсюда. Сюда скоро приедут приличные люди, им не нужно видеть возле цирка такого оборванца, как ты. Что? Я оборванец? Да у меня джип в Москве. Простите, у вас не будет рубля на дорогу? Так у тебя же джип в Москве. Ну так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Ну так что, голубчик, есть у вас рубчик? Я растерялся деньги, пока спасал бабушку, но у меня остался последний рубль. Вот, держите. Отлично, ты не переживай, я верну долг. Дяденька, может, вы мне поможете? Тут в цирке затевается преступление. Я бы с радостью, но понимаешь, я обычный бомж. На самом деле нет у меня никакого джипа в Москве. Я живу в канализации, и у меня есть проблемы с полицией. Поэтому мне лучше не вмешиваться в чужие проблемы, когда своих полно. Приветствую вас, мистер Рот. Кажется, вот тот парень хочет сорвать представление. Рот? Спасибо. Мороженщик Рот уже тут? Все пропало. Я не успел. Ну сколько можно тебя ловить? У меня уже нет времени опять вести тебя в гараж. Скоро прибудут зрители. Идем со мной. Пеннивайз, посмотри, кого я привел. Если я и задержался, то это только по вине этого мальчишки. Он все время пытался помешать моим планам. Ах ты негодник! Ну, мы тебе покажем. Ты привез мороженое для наших детишек? Да, секретный ингредиент готов. А ты испытал его на ком-нибудь? Не было времени. Из-за этого сопляка я чуть не опоздал. Я знаю, как мы с ним поступим. Ставьте лайк за продолжение, если хотите узнать, что будет дальше. Давайте наберем 10 тысяч лайков. Ну и конечно же подпишитесь на канал. И не забудьте поделиться роликом с друзьями в соцсетях. Всем пока!